Дорогие друзья, коллеги, ну что, начнем? Что за тема? Тема сегодняшней нашей сессии круглого стола. Не тяни кота, Басота. Это истоки и новые возможности диалога театров России и Китая. Нахера мне китайцы? Да они сейчас вообще никому не нужны. Тут начальство виднее ведут. И мы поэтому и собрались, чтобы поговорить о том, как нам не останавливаться, как нам развиваться. Давай прекратим эти китайские церемонии. В Китае гораздо больше знают нашу русскую литературу. Я ничего не хочу слышать о России в моем доме. Чем мы в России знаем... знаем... У тебя что, пластинку заело? Особенно современных авторов, сегодняшних китайских. Они в будущее смотрят. Вот это хорошо. Вот это правильно. Да. Они китайский учат. Я хочу просто закончить свои мысли. Я думал, ты никогда не закончишь. Шерлок, ёбаный Холмс. Вот таким обращением к людям, которые живут за границей, россияне. Ну чё, россияне, хлопать будем? Я не... Похлопаем, товарищи! Харе, харе, всё. Сейчас сотни тысяч состоятельных, особенно россиян, москвичей, питерцев, живут в Эмиратах, живут в других государствах, Таиландах там. Я давно говорил... Попугаи у нас не приживутся. Возвращайтесь в Россию. Почему? Потому что то, что может начаться с октября по декабрь, может стать и правда началом очень такой серьезной новой геополитической реальности на планете. Воспоминания всегда лучше, чем реальность. И не удивляйтесь потом, если страны, в которых вы окажетесь, к вам будет относиться крайне не так, как вы к этому привыкли, как минимум. Нам нечего делать в России. Здесь хорошо живут только чиновники или депутаты. Поэтому уже сейчас нужно думать о том, чтобы собирать чемоданы. Правильное решение. Я покажу чемодан, вокзал, ты поменял эту локацию. Возвращать активы, снимать деньги с счетов и ехать в Россию. Короче, мы закрываемся. Собирайте свои манатки и валите нах. Конфликт между Россией и Украиной дойдет к концу в 2025 году. Так это откуда такая информация? Потому что Юпитер не любит конфликты. Ну, что позволено Марсу, не позволено Юпитеру или как-то там. Отношения между странами наладятся, братские связи укрепятся. А что ты не можешь ей брехни? Про братские народы. Когда один народ диктует, что делать иншому. Я вижу, что конфликт утихнет следующей весной. С апреля следующего года, я полагаю, что пограничная ситуация улучшится. Ты что, в прошлой жизни Белочкой был? Владимир Владимирович Путин сыграет огромную роль, положив конец конфликту. Кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи.